Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили на оперативном городском совещании с главой муниципалитета Дмитрием Волошиным. Приоритетными задачами в первую очередь стоят, конечно же, это рабочие места, создание рабочих мест. И нас это касается напрямую. Нам необходимо модернизировать те территории, которые сегодня позволяют возможность создавать технопарки, технополисы. У нас это вынесено отдельным вопросом. У нас есть программа «Химкинский резидент». «Химкинский резидент» – эта программа не первый год работает в округе. В конце 2018-го система помогла привлечь более 100 миллионов рублей в бюджет города. Это налоги от зарегистрированных в Химках предпринимателей. На эти деньги реализуют муниципальные программы, ремонтируют дороги, строят детские сады, школы, оптимизируют дорожную сеть. Так, например, на пересечении улиц Библиотечная и Совхозная появится умный поворот. Сделают это за счет расширения проезжей части. Также там установят светофор с датчиком контроля потока. Обсудили и предстоящие спортивные соревнования «Лыжня России». Участие в них примут 1000 человек. Регистрация уже окончена. Сегодня площадку спортивной базы «Планерная» готовят к забегу. Дорогие друзья, мы всех приглашаем на это мероприятие. Будет весело, хорошая погода, позитив. Все ждем общественные организации, торгово-промышленную палату, предприятия, предприниматели. Старт «Лыжни России» 9 февраля в субботу в полдень.